Всем снова здрасте. Ребят, у нас очередная распаковка от нашего... Кого? Догадайтесь сами и напишите. Сейчас мы будем распаковывать вот такой мешочек. Нынче все женское идет. Так что будет еще и примерка. Если интересно, то оставайтесь. Сейчас я, пока мы с вами разговариваем, распакую все это. Мешок большой. И хороший. Так, это сразу на пол уберем. Василек вообще хорошо упаковывает. Всегда причем. И поэтому сейчас мы с вами распакуем и посмотрим, что же там интересно. А интересного там, ребята, будет в этой распаковке очень много. Так. Ну, давайте первое начнем. Что здесь? Костюм женский, одуванчик. Вот такой же, только голубого цвета. 52 размер. Но я сейчас открою, конечно, покажу. Мне вот этот костюм очень нравится. Я его дома постоянно ношу. И после стирки, ребята, как видите, рисунок не поменялся. И цвет тоже. И не сел. А то некоторые писали, что после стирки он садится. Нет, ребят, не сел. Вот точно такой же, 52 размер. Только голубенький. И к нему идут шортики. Мне очень понравился этот костюм, поэтому я решила себе еще такой же заказать, только другой расцветки. Костюмчики. Костюмов много не бывает. Дальше, ребята. Ну, это нижнее белье показывать уже не буду, простите меня. Хотя многие в комментариях потом написали: Настя, нижнее белье в студию. Нет, это мое, поэтому не буду. Шорты мужские спортивные, 48 размер. Это я заказала Егору. Потому что те, которые я ему заказала, ему оказались большие, он отдал Илье. А в этот раз я заказала вот такие вот, 48 размер. Но мне кажется, опять я не угадала. Опять, мне кажется, будут большие. Но он померяет и скажет. Они тоненькие на лето и с двумя карманами. Коротенькие шортики вот такие вот. Положу Егорку. Дальше, ребята. Костюм. Туника, это сарафан 58 размера. Ой, 58, 52, все, уже заговорилось. Мы сегодня, кстати, досадили картошку на ура. Вот такая вот туника. Классная, фруктовая, красивая. Обязательно я сегодня примерю и расскажу вам, как и что она. Она тоненькая, не толстая. Такая вот. Очень классная. С новой тканью пахнет. Сейчас опять напишут. Ну, Тарантино опять нюхает. А, ребят, классно. Так, ну это я оставлю напоследок. Так, здесь костюм опять. А, это комплект. 52 размер. Сейчас посмотрим. Что-то честно, я не помню, что я там заказывала. Ну вот. А, все, поняла. Это, ребят, я заказывала. Я очень давно хотела себе халат с ночнушкой и сырочкой. Сегодня обязательно примерку сделаю. И вот такой вот расцветочки я заказала. Что идет в комплекте? Сама ночнушка. Комбинация такая. Очень красивая. В талии такая стянута немного. Видите, тут резиночка идет. Она стянута немного. И к ней идет халатик. Такой с запахом. И поясок. Так что сегодня будет дефиле. Оставайтесь, если интересно. Халатик будем обязательно мерить. Дальше детки у меня просили, им понравились со смайликами, с разными носочками. У нас со смайликами как-то уже были. Ой, что-то распаковать не могу. И они очень хорошие, плотные носки. А нынче появились с другими смайликами. Извините, что шуршу. И дети меня попросили: мам, ну купи вот такой вот смайлик. Такой смайлик. Потом вот такой вот смайлик красивый. ММДМС, да, это вроде? Да, это ММДМС. Это даже не смайлики, ребята, это ММДМСы. И заодно расцветки увидите какие. Вот такие вот носочки 5 пар. Очень классные. Дальше, ребята.
Мне понравились футболки Васильке. Как вы уже знаете, я заказала себе черные. Ну, тут дочь сказала, мама, я буду в ней ходить. Она хоть ей большая, но она дома в ней ходит все равно. Отобрала, короче, у меня как всегда. Я заказала себе еще одну футболку, тоже 52 размер, но в этот раз решила поярче взять, потому что все говорят, Настя, насколько можно темное, пора что-то светлое одевать. Сильно светлое не стала заказывать, но вот такая вот. Париж. Видите, духи Париж, футболка Париж. Короче, скоро полетим в Париж. Кто за, ставьте лайки. В целом, футболка. Футболки всегда нужны. Ребят, как вы заметили, я в огороде стала работать в перчатках. Я заказала целую кучу перчаток. Это еще не все. И это еще не все. Я ж перчаточный блогер. И это еще, ребят, не все. И еще. Да я почему так заказала много? Чтоб мужу на работу не покупать лишний раз. На Васильке они по 7 рублей за штуку. Это недорого. У нас они стоят 20-25 рублей. Вот. Тут получается 40 пар перчаток. Ух! Дальше, ребята, распаковываем. 52 размер. Костюм. Заказала я себе. Нынче все на меня. Поэтому смотрите. И будем все дефилировать. Показывать. Костюм заказала болотного цвета. Такая расцветочка. Плечо здесь будет одно открыто. Видите, такое. Вот такая футболка. Красивая идет. И со штанами. С надписью. На штанах идут такие карманы. Они как бы такие интересные карманы. Видите, посередине вот так вот идут. Не по бокам, как обычно мы привыкли, а спереди. Когда я одену, я вам все покажу, как он будет. Вот в целом, вот такой костюм. Внизу на штанах резиночка идет. Я люблю с резинками. Я редко беру брючные, но брючные мне тоже, ребята, очень даже нравятся. Так. Еще один костюм 52 размера, только другого расцветки. Сейчас тоже покажу. Так. Точно такой же, только другой расцветки. Черный. И уже плечо будет с другой стороны открыто. 52 размер. Да, все то же самое, только черный. Обязательно с вами померим. Да, я знаю, что сейчас скажете. Настя, ты же сказала, не будешь ничего темное заказывать. Но заказала. Ну да, ребят. И заказала я, как всегда говорила в каждом видео, постельное обязательно беру. Нынче я решила, постельное я целиком брать не буду. А заказала две резинки на простыни. Одна вот такая вот расцветка. Светленькие стала брать простыни, потому что светленькие как-то приятнее. И одна вот такая вот полосатая. Ой, тут у меня прайс упал. И такое жилето без капроновых носков. Целую упаковочку заказала себе капроновых носочков. Ну и напоследок, что я оставила. Я уже себе такой костюм заказывала. Но в этот раз я не себе заказала, я заказала своей подруге. 60 размера спортивный костюм. Я его сейчас распаковывать не буду, а потом вместе с ней распакую, она его примерит. И я вам обязательно видео вставлю и покажу. Вот такой вот интересный костюмчик. Вообще-то давайте распакуем. Че, паришь? Ну, хотя вы на мне его видели такой же. Просто здесь 60 размера. Сейчас мы с вами распакуем. Вот такая вот кофта с карманами. И она мне как-то просто, я к ней пришла, она говорит, слушай, классный костюм. Ну и все, раз классный, я тебе заказала. Жди, скоро принесу. Вот такой вот, ребята, было. Обзорчик. Сейчас мы с вами пойдем все это мерить. И я буду вам показывать. Если интересно, оставайтесь. И поехали все мерить. Так, ну что, начинаем дефиле. Первый костюм. Вот такой вот зеленого цвета. И вот что я вам говорила про карманы. Видите, как они идут? Они не по бокам нигде, не вот сбоку, как мы любим. А вот спереди и вниз пошли. А так костюм вообще плечо открытое. Дефилируемся. Как вам, напишите. Штаны удлиненные, снизу идет резиночка.
Но мне очень нравится. Напишите вы. Дальше продолжаем. Ну что, дорогие друзья, точно такой же костюм, только черного оттенка. Плечо уже с этой стороны открыто. И тоже карманы также. И на штанах, кстати, есть завязочки, чтобы завязаться. Если кому-то будет, ну мне и так хорошо. Мне очень сильно нравится. Ну а вы напишите, как вам. Я прям довольна. Он такой, знаете, тоненький и не сильно плотный. Прям вот на лето самое то. Как думаете? Обязательно пишите. Костюм номер 3. С одуванчиками, который мне уже полюбился. У меня такой уже один есть, только бордового цвета. И вот теперь вот такой вот костюм. Напишите, как вам. Мне, например, очень расцветка нравится. Я рискнула со светлым оттенком и угадала. Напишите, как вам. Как думаете, подходит мне это к лицу, такой расцветка или нет? Идем к четвертому костюму. Ну, а теперь вам покажу мой халатик. Вот такой вот, ребят, халатик. Не сильно длинный, не короткий. Очень мне понравился. Также имеется один кармашек. Что неудобно, что нет по бокам петелек, чтобы заделать пояс. Но, в принципе, я их приделаю, а так нормально. Он не застегивается, он просто запахивается. Халатик мне зачет. Ночнушка тоже, вот она идет. В принципе, неплохая. Тут, видите, резиночка, и оно, получается, немножко дает вашей груди, показывает. И вот так вот. Сильно раздеваться не буду, но мне понравилось, ребята. Напишите, как вам. Ну и пояс. Вот, получается, видите, каждый раз надо держать для того, чтобы завязать. А были бы по бокам петелечки, было бы удобнее. А так, в целом, нормально. Давно я о такой мечтала, и Василек исполнил мою мечту. Ну что, переходим к следующей примерке. Следующая примерка – это туника. Смотрите, какие вкусные ананасики. Ну что, смотрим. Вот такая вот туника, не длинная, как раз до коленок. И очень нравится мне. Расцветка необычная, с ананасиком. Как вы знаете, я больше люблю темное, но тут есть немножко светлого. Поэтому вы напишите, как вам. Мне кажется, очень хорошо. Хоть на улицу, хоть дома ходить. Прям на ура. И такой легенький. И, кстати, что есть, по бокам разрезики. Видите как? Вот такие вот дела. Сейчас я еще покажу вам футболку. Обязательно померю и покажу. Ну и последняя моя распаковка. Это футболка. Футболка, ребята, зачет. Футболка очень хорошо. Долго я на нее смотрела, но расцветку хотела темную, но меня дочь отговорила, сказала: мама, закажи светлое. Ты еще красивая, молодая у нас, поэтому заказали светлую. Вот такая вот, ребята, была у меня распаковка. Если понравилось, проходите по ссылке в описании и тоже закажите. А потом напишите мне, что вы оттуда заказали и что вам понравилось. Всем говорю пока-пока, всех целую. Mwah!